Звери, рыбы и причудливые сказочные существа. 7 лет назад Анатолий Герасимов увидел в корне упавшего дерева форму животного. Так он увлекся необычным способом работы с деревом – коренопластикой. Из переплетенных корней и веточек деревьев он создает настоящие шедевры. Это кропотливый процесс. На создание скульптуры может уйти от 2 до 5 месяцев. Это действительно поделки, связанные с тем, что есть свободное время сейчас от работы, поэтому занимаюсь вот этими делами. Раньше свободное время для Анатолия Ивановича было непозволительной роскошью. Каждую свободную минутку он посвящал любимой работе, науке и общественной жизни города. Ученый, электрофизик и ускорительщик, кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран атомной энергетики и промышленности. Это далеко не весь послужной список юбиляра. Он много пишет, он печатается в городской газете «Вести». У него есть книги, воспоминания. У него очень много было общения с учеными нашего города. В общем, уникальный человек. Анатолий Герасимов активно занимался наукой и публицистикой. Он автор 280 научных работ и 51 изобретения, 24 из которых внедрены в производство. Также ученый публиковал заметки в журнале «Атом» и газетах «Сарова». 21 декабря Анатолий Иванович отмечает свой 90-летний юбилей. Сегодняшний день для меня останется в памяти, поскольку я прикоснулся к человеку-легенде, к человеку, который прожил столько лет и столько много сделал и для города, и для института. Поздравить юбиляра с праздником пришли представители общественной организации «Дети войны», городского совета ветеранов и депутата городской думы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».